Вообще, это очень чистые песни, очень чистая энергия. И удивительный эффект происходит после прослушивания одной даже песни. Только одну песню прослушаешь, понимаете, и возникает такое вот состояние, очень высокие энергии, очень высокие вибрации. И они никуда не уходят, они вот как бы после песни, они остаются с тобой на некоторое время. Понимаете? И такие состояния, которые повышают осознанность человека, возникает мощная вибрация, возникают мощные частоты. И вот это вот очень ценно. То есть человек попадает в такое пространство, наполненное высокими энергиями, высокими частотами. Сейчас же нам вот нужно, пришла новая энергия, мы строим новый мир. И вот в этом, вот этот новый мир мы строим, люди. Создавать все равно нужно людям, действовать людям. И поэтому, что значит действовать? Это значит вот эти высокие вибрации вносить в жизнь, приносить небеса на землю, вот этот свет. Этот свет есть внутри у каждого человека живого. Но этот свет, он как бы, он вот внутри и повсюду. И вот этот свет, чистый свет божественный, это вот этот вот этот свет, из которого все произошло. И вот когда в песне присутствует этот свет, мы это ощущаем. И вот как это им удается, мне прямо удивительно. Вот такая простая песня, простые слова, простая мелодия, а света очень много. Сейчас пришла новая энергия, и наша задача – это создавать новое искусство. Вот эти песни – это и есть вот это новое искусство. Что значит новое искусство? Музыка, поэзия, фильмы, танцы. Это когда мы смотрим, прослушиваем, и это нам дает силу. Понимаете, нам дает энергию, повышает наши частоты, повышает нашу осознанность. Вот какое искусство сейчас нужно на Земле всем людям на планете. Понимаете, вот человек, говорят, что сейчас много людей спит, но вот эти песни, например, прослушав, вот, он на мгновение просыпается. То есть у него повышаются вибрации, и у него свет внутри появляется. И вот это может стать толчком к осознанности. Понимаете? Вот такое искусство нам нужно сейчас. Сейчас у нас новая жизнь, новая энергия пришла. И нам нужны новые произведения искусства. Так что вот эти песни сказочного мира – это наше будущее. Вот я очень рад, что такие песни появились у нас. И мы можем их слушать. Спасибо вам большое.